Запорожье, пейзаж мне увлекается. То есть люди Запорожья, пейзаж Запорожья, родной край, это его стихи. И тут я так поднимаюсь и говорю: доброго вам дня. Как вам сегодняшние работы Александра? Хорошо. Мне очень нравится. Я всегда в восторге, всегда прихожу, каждый год прихожу на эти выставки. Я уважаю этого человека, горжусь, что у меня есть такой знакомый, более того, не побоюсь сказать, что друг. Я в восторге от его работ и с каждым годом все больше и больше влюбляюсь в этого человека. Разноплановые работы. Ну, вот именно раскрывается не только душа людей, которых он снимает, а и он как человек, как специалист, как фотохудожник. В общем, мне очень нравится работа. И та атмосфера, которая здесь присутствует, вот именно в этом зале, на этой выставке. Что вы пожелаете запорожцам, ему, женщинам, весной? Ну, весны, во-первых, на сердце, в душе. Хоть она вас не балует на улице, но человек должен радоваться тому, что пришла уже весна, а вот с весной Саша порадовал нас открытием своей выставки. Ему я пожелаю, конечно же, вдохновения, терпения, творческих успехов. У него все получается, и все получится. А запорожцам тоже мира, здоровья, радости, побольше позитива по жизни. Спасибо вам большое. Здравствуйте, классная выставка. Сейчас мы с удовольствием ее посмотрим. Взять пожилых людей, взять, так сказать, цикл церковь, и в каждом из этих циклов серии, образы, каждый образ заставляет остановиться, заставляет как-то соединиться с этим человеком, с его мыслями, с его, так сказать, действительно жизнью этого человека. То есть фотографии взяты из жизни, и они отдают жизнь. Он от года в год прогрессирует, растет, здоровье ему, дальнейших успехов. Дай Бог. Художник, да? Але він ще й майстер пера. І я вітаю, Саша, тебе з цією виставкою. Це не перша, і я думаю, не остання. І газета «Записька правда» вже 100-річчя відсвяткувала. До 200-річчя точно ще будемо не одну виставку робити. Вітаю! У мене нет слов, да. Ну, я теж рад, що ми з газети нашої відрома, поскольку це мені допомагає іскати і знаходити нові образи. Опять-таки, работать над текстом, да, того, чего мне не хватало в прежние годы, да, мне хотелось не только зримо воплощать то, что я нахожу, но и также еще и словесно. Но не было вот какого-то повода, да, сейчас он есть, вот, да, я выражаю благодарность, да, Наташе Зворыгиной, да, за то, что она меня однажды рекрутировала, поставила под ружье. Вот, да. Спасибо, да, что пришли поздравить меня, да. И теперь по нашему славянскому обычаю просим попить, покушать, чем Бог послал. Прийти, действовать! Да. Я воль! Вечный день, не отрада, не кровая любовь.
листья винограда одуряющую кровь, но порой резной и брызг обновляя жизнь мою, для меня несет бутылка, золотистую струю, рвутся нити, кровь корвется, усыпленная давно, и хрусталь звенящий льется искрометное вино. Браво! Для кого это писано? Для нашего завода.